Привет всем, с вами Сантей ТВ. Я бы хотел вам показать один нехитрый способ, если вы пошли в поход и вдруг забыли ложки. Их можно вырезать, например, из пластиковой бутылки. Нам подойдет дно пластиковой бутылки. Я взял, отрезал уже половину бутылки. Бутылки от 2,5. Будем вырезать ложку. Выравниваем. Вот получается такая ложка походная. Их можно вырезать 5 штук. Из такой бутылки получается меньше ложечки. Вот я их уже вырезал. Пять ложечек. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.